Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала. В этом видео мы с вами познакомимся с функцией Open. Функция Open позволяет нам с вами записывать текстовую информацию в файл, считывать текстовую информацию из файла и дозаписывать текстовую информацию в файл. Сейчас мы с вами попробуем записать наш первый текстовый файл Open. Функция Open принимает несколько параметров. Для того, чтобы нам записать текстовую информацию в файл, нам с вами необходимо будет указать минимум два параметра. Первый параметр – это название нашего будущего текстового файла и обязательно расширение .txt. После чего нам необходимо будет указывать режим, то есть mode. Mode нам нужен для того, чтобы мы могли указать, какое действие мы сейчас собираемся сделать. Укажем W. Если вы указываете W, то непосредственно ваш файл будет постоянно перезаписываться той информацией, которую мы сюда запишем. Пишем writef.write, то есть write – записать. Это метод, в который мы можем с вами записать абсолютно любую текстовую информацию. Например, напишем с вами hello. После того, как мы записали текстовую информацию, нам нужно будет закрыть данный файл. writef.close. Вот всего лишь тремя строчками кода мы с вами научились записывать текстовую информацию в файл. Давайте запустим и посмотрим. Текстовый файл у нас создался. Давайте его откроем. Первый текст, записанный в текстовый файл. Мы можем с вами не только записывать текстовую информацию в файл, но также ее считывать. Для того, чтобы считать информацию, давайте запишем следующее. Опять же open. И первым параметром нам с вами необходимо будет указать название текстового файла, который вы собираетесь считывать. По умолчанию уже указан режим как R. Для того, чтобы считать текстовую информацию из файла, нам с вами достаточно указать только один параметр. Это название текстового файла. Считываем с вами текстовую информацию либо же в переменную, либо в print. .read. Функция наша read позволяет нам с вами считывать весь текстовый файл. После чего нам нужно будет закрыть наш текстовый файл. read.close. Вы также можете использовать другой вариант записи с использованием оператора with. Но я вам покажу сегодня самый простой вариант. Мы можем не только записывать, считывать текстовую информацию из файла, но также и дозаписывать, то есть дополнять к уже существующему файлу данные. Open write text file. Режим у нас будет указан как A. A – это дополнить, W – это записать или перезаписать, и R – это read – читать. Если вы по умолчанию не указываете никакой режим, то вы сможете только читать текстовую информацию из файла. f.write. Пишем с вами с пробелом Python. Также нам необходимо будет закрыть файл и попробовать запустить. Давайте немножко срезюмируем. Мы с вами записывали текстовый файл. В следующем мы с вами дозаписали файл, то есть дополнили информацию в нем. Последнее мы с вами считали все содержимое текстового файла. Давайте запустим run hello Python. Итак, давайте еще раз повторим. Для того, чтобы нам записать или же перезаписать данные в текстовый файл, нам с вами необходимо использовать режим W. Для того, чтобы нам дополнить текстовую информацию в файле, нам необходимо использовать A. Для того, чтобы нам с вами прочитать, мы можем либо же вообще не указывать режим, либо указать режим как R. Спасибо большое вам за просмотр. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго.